Ну, в общем, это такое место, где, как это там называется, хе-хе-хе-хе. И здесь, короче говоря, еще есть геологическая активность какая-то, оставшаяся, так сказать. Вон она там видна, эта геологическая активность. Также виден снег, голубое озеро, вот такая вот долина. Да. И, в общем, мы сейчас попремся наверх в жаре.